Thank you.
Че там такое? А? Здесь сучара это! На, сука, на! Прикройте, братаны! Перезаряд! Наверху! Вон он, братва! Жигана, падлы! Вон он, сучара! Вон он, пацанчики! Вот он, сука, на! Thank you.
Только гаситься надо. Thank you.
Все, братуха, сдаюсь я! Вот, мля, сучество! То засада, то измена, мля!
Зачем записываю? Глупо рассчитывать. Все наши мертвы, да и я.
торговцев прибыл. Дядя, а я вас сразу увидел потенциал, еще на глушилке. Ох, хороша! Сразу видно, холили или лелеяли, не то что старуху мою. Артем, поднимись в рубку, дело есть. Интересно, сколько... Спасибо вам огромное, Артем. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. Здорово, Артем. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет. А вы же спецназ? Не танкисты? Удачи, Артём.